стартовало благоустройство парка «Малаховское озеро». Реконструкция призвана превратить запущенный зеленый оазис в современную территорию отдыха на свежем воздухе. Вот только эти преобразования не всем по вкусу. Проект благоустройства у жителей Малаховки вызывает немало вопросов. Представители рабочей группы дали свои разъяснения. Частью пейзажа парка «Малаховское озеро» временно стала спецтехника. Эту зону отдыха ждет светлое будущее. Скоро новые фонари прольют свет на вымощенной тротуарной плиткой дорожке. За три этапа благоустройства в ландшафт парка грамотно впишут благо цивилизации. Скамейки, урны, велодорожки и карусели. Будет сделана детская площадка. Будут установлены качели, чтобы эта зона приобрела действительно комфортную среду для всех жителей. Скоро здесь станет комфортнее, обещают жителям Малаховки с баннеров. Этим словам верят не все. Благоустройство парка одних восхищает, других возмущает. Малаховчане не против скамеек и урн, а вот вымощенные дорожки и аттракционы считают излишествами. Валентина Мусаэлян гуляет вдоль берегов озера уже 30 лет. Родные грунтовые тропинки ей милее искусственного покрытия тротуаров. Нам не нужны широкие такие полосы дорожные, забетонированные. Зачем? Потому что это маленький дачный поселок, это не город, это не Рио-де-Жанейро, это не Нью-Йорк и не Москва. Поэтому мы хотим все по минимуму, чтобы мы эти родные тропы вот эти все сохранили. Активисты Малаховки опасаются, что бетона в парке станет больше зелени. Власти успокаивают, бетона не будет вовсе, а под топоры и пилы попадут только больные деревья на основании лесопатологического обследования. Никто берег озера в бетон закатывать не собирается. Две дорожки тропиночных, которые будут здесь сделаны с плиточным покрытием, это делается для, во-первых, первое, маломобильных групп населения, потому что как инвалид-колясочник может проехать по... Вот, пожалуйста, тропинка. Как здесь человек на коляске может проехать? Остальная тропиночная сеть сохраняется. Естественный ландшафт лесной сохраняется. Первый этап благоустройства парка завершится в начале 2020 года. А следующим летом в порядок приведут озеро и береговую линию. Из бюджета Московской области на это выделят дополнительные средства. В последний раз Малаховский водоем чистили много десятилетий назад. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.